Детки, запасайтесь попкорном. Я расскажу вам историю космического викинга Тора, сына Одина. Он не был обычным человеком, он был богом. После того, как он спас Землю в 500-й раз, жизнь его переменилась. Но он вернул свою форму и прошел путь от мертвеца до бога. После чего он вернул себе право зваться неподражаемым Тором. Ой, я поторопился. Джейн? Марвел представляет. Моя бывшая подружка. Сколько прошло? 3-4 года? 8 лет. 7 месяцев, 6 дней. Примерно. Неужели проснулись чувства? Ну да. Единственный, кто не безразличен богам, сами боги. Поэтому я клянусь, все боги умрут. В июле! Должен сказать, меня очень впечатлило то, что ты сделал. Он мой первый злодей. Своего первого не забудешь. На богу! Уповаем! Ты не похож на тех богов, что я убил. Потому что у меня есть за что сражаться. Тор, любовь и гром. Посмотрим, кто ты такой. И снимем с тебя плащ. И жух! Ты слишком сильно вжухнул. Может, стоит помочь чуть позднее? Винограда? Премьера 8 июля.